البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada And we owe it to show thankfulness where the call is to Allah Да, благословит вас Аллах. Не могу говорить, что это была подготовка почвы для следующего сообщения, а скажу, что эта речь составила костяк нашей темы, ее сердцевину. Это был тонкий анализ. О, если бы исламская община вернулась к истокам этих разногласий, которые привели к разделению, которые в свою очередь несут только негативное влияние и ослабляет общину. Но все же, мой господин, с вашего позволения, я вернусь к части вопроса, ибо понимание значения слова «новшество» простыми людьми, которых вы обозначили как интеллигентов из числа врачей, инженеров, имеет важное значение. Иными словами, когда человек понимает сущность новшества, то это становится его иммунитетом против подобного явления. Когда дело касается правильного построения чего-либо, то нет сомнения в том, что основным решением проблемы является необходимость определения границы, чтобы не пропустить ее. Поэтому наши предшественники, ученые, говорили, что определение должно быть всеохватывающим и препятствующим, то есть охватывающим все его элементы, включая то, что называют его понятие, или то, что может быть включено в это понятие, и препятствующим тому, что не называют это понятие, или тому, что не может быть включено. Иными словами, включает все свои элементы и препятствует в хождении других. Как говорится, если дети войдут в дом и закроют за собой дверь, необходимо, чтобы ни один из детей не остался за пределами дома, и также необходимо, чтобы не зашел никто из чужих людей в дом. Когда мы изучаем понятие «новшество», то находим множество определений, данные прежними и современными факихами. Но есть ученые, которые говорят, что новшество в своем лексическом значении означает «все, что является новым». Значит, все, что является новым, будь то из религии или обычая, называется новшеством. Это новшество не запретно в своей основе. Я не являюсь новым из посланников, говорится в Коране. То есть до него были посланники, да благословит Аллах и приветствует его. Но с терминологической, шариатской точки зрения имеется много мнений. Самое оптимальное определение новшества дал имам Аш-Шафии. Имам Аль-Байхаки передал от него эти слова. Их также приводит Хафиз ибн Хаджар, Фатхуль-Бари, а также они приводятся и у Аль-Байхаки. Аш-Шафии сказал, что новшество, имеется в виду новшество в шариате, то есть в терминологическом значении, бывает двух видов. Новшество, которое противоречит Корану или достоверной Сунне, или преданию, или же аналогии. Такое новшество является заблуждением. А то, что не противоречит Корану, Сунне, преданию, или же аналогии, это непорицаемое нововведение. Что он имел в виду? Он имел в виду, что новшество – это добавленное в религию явление, на которое не указывает достоверное доказательство и которое не входит в общие рамки шариата. Среди студентов распространилось мнение о том, что новшество бывает двух видов. Новшество, касающееся повседневной жизни, и новшество, касающееся вопросов поклонения. Аш-Шатиби, когда говорит о новшестве в ее шариатском лексическом понимании, обобщил смысл одного и сузил другого. Это деление на новшество в повседневной жизни и вопросах поклонения, оно и является новшеством в своей основе, как об этом говорят некоторые ученые. Хорошо. Если вопрос касается моментов религии, то есть когда мы имеем дело с новшеством в ее терминологическом значении, в таком случае мы говорим, что речь идет именно о нем. А что касается вопросов нерелигиозных, то они не называются новшеством в том самом шариатском смысле, а называются изобретением, чем-то выдуманным, чем-то новым. Мы ее не рассматриваем вообще, кроме тех случаев, когда оно разрушает другое шариатское явление или противоречит общему порядку исламской общины. Например, возьмем свободу слова. Если человек хочет выразить свое мнение, то пусть выражает его, но если его мнение приводит к противоречию или оскорблению, или нарушению общего порядка исламской общины или исламского государства, мы говорим «нет такой свободы слова», потому что это касается общего порядка. У нас есть свобода мнения в газетах и телевидении, но если это приводит к развалу и смуте, то мы запрещаем такое. Назови это как хочешь, как закрытие двери, ведущих к греху, ослушанию, или как шариатской политикой, назови как угодно. Значит, понятие
новшество в основе своей указывает на что-то новое. Мы сейчас рассматриваем шариатскую точку зрения. Согласно ей, новшество — это то новое, что появилось в исламском шариате, которому не предшествовал какой-либо пример, на который указывал бы Коран или Сунна, или единодушное мнение ученых, или аналогия, то есть четыре убедительных источника доказательств, а также не входит под общую основу шариата. Это последнее замечание о том, что не входит под общую основу шариата, очень важное, и нам следует согласиться с ним, ибо это утвердили великие ученые. Если мы обратимся к имаму ан-Навави, Хафизу ибн Хаджару и к имаму ас-Суюти ибн ад-Дакику, это крупные ученые, то мы заметим их слова о том, что порицаемое новшество – это то, что не входит в общую основу шариата. А если входит в общую основу шариата, то можно его назвать как хорошее новшество, учитывая, что выбор того или иного термина не оспаривается. Или, например, ты говоришь, что шариат разрешает такое действие и включаешь ее в группу желательных действий. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в хадисе, переданном от Айши, да будет доволен ее Аллах, говорит, «Тот, кто привнес в это наше дело то, что не из него, то оно отвергнуто». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, предостерег, говоря, «Вы держитесь моей сунны и сунны моих праведных халифов после меня». Он говорил, «Остерегайтесь от новых явлений, поистине каждое новое явление – новшество, а каждое новшество – заблуждение». В любом случае, слова «Тот, кто привнес в это наше дело то, что не является из него, то она отвергнута» – наше дело, то есть нашу религию, то, что не является из него, то, на что не указывает ни Коран, ни сунна, ни единодушное мнение ученых, ни правильная аналогия, а также не входит в общую основу шариата. И если это явление входит в основу из основ шариата, то мы говорим, что это новшество не ведет к заблуждению. Ибн Дакик, Изуддин ибн Абдуссалям, Хафиз ибн Хаджар, имам ан-Навави, великие ученые, в том числе и те, кто пришел после имама ас-Суюти, все они согласились с делением новшества на пять видов. Они упоминают хорошее новшество, которое входит в общую основу из основ шариата. Когда то или иное действие не входит в эту общую основу. Например, приходит человек и говорит, что есть еще один месяц, в котором мусульмане должны соблюдать пост. Что это за месяц? Он говорит, например, месяц Шабан. Этот человек ввел в обязанность то, что не ввел в обязанность ни Всевышний, ни его посланник. Если понять это действие как обязательное, то мы знаем, что оно не входит в общую основу из основ шариата. Но если он скажет «желательно соблюдать», то двери для него открыты. Если скажут, что есть шестая или седьмая молитва, мы говорим, что это запрещено. Но если сказать «соверши молитвы сколько хочешь», то это тоже открыто. Также обстоит дело по вопросу паломничества, зикра, вирдов, а также множество видов поклонения. Вы указали, мой господин, на великий хадис, на котором строится наша тема, тема новшества. Это хадис посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, где он сказал «каждое новшество – заблуждение». Известно, что ученые усуль фикха единодушны в том, что выражение, указывающее на общий смысл, передает значение включения, поглощения, охватывания всех его частных элементов. Возможно, студенты интересуются следующим вопросом. Что позволило нашим ученым говорить, что есть новшество, которое не является заблуждением? Когда они рассматривали это общее, которое включает в себя все свои элементы, я имею в виду хадис «каждое новшество – заблуждение». Необходим сильный довод, чтобы извлечь такой смысл из этого общего. Ведь этой общей фразой заткнули простых людей, говоря им, что каждое новшество – заблуждение. Необходим сильный довод, ведь надо опереться на что-то. Мой господин, на него есть общий и конкретный ответ. Общий ответ заключается в следующем. Есть в Коране указание на это. Всевышний говорит в суре «Железо». «Монашество же они сами придумали, мы не предписывали этого им, разве что они избрали его для обретения благоволения Аллаха». Толкователи Корана говорят, что если бы они соблюдали обычаи монашества должным образом, то не было бы это заблуждением. Это во-первых. А во-вторых, хадис посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в котором он говорит, «Тот, кто привнес в это наше дело то, что не является из него». То есть привнес в религию что-то, что в основе своей не является из нее. Если он в форме своей не является чем-то из религии, но у него есть основа религии, то есть входит в общую основу из основ шариата, такое не называется заблуждением. Этот смысл подтверждает то, что наш господин пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил молитву Таравих со сподвижниками раз или два раза, а потом оставил это, боясь того, что ее могли вменить в обязанность. Наш господин Умар, да будет доволен им Аллах, собрал сподвижников за одним чтецом-имамом.
И когда посмотрел на сподвижников, молящихся за одним имамом, обрадовался этим и сказал: «Как же прекрасно это новшество!» Достоверно известно, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершил ее и потом оставил. Это означает, что когда совершил ее, этим он разрешил, показал, что есть молитва в определенной форме. Но чтобы собрать людей на 20 ракатов за одним имамом, то этой формы совершения данной молитвы не было во времена посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Умар сказал: «Как же прекрасно это новшество!» И нельзя понять смысл слов Умара иначе, как хорошее новшество, которое входит в общую основу из основ шариата. Основа у этого есть. То есть имеется в виду основа поклонения, но ее форма, метод совершения и практика применения отличается. Также в достоверном хадисе посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Когда вы услышите муэдзина, призывающего на молитву, то говорите то, что он говорит, кроме слов «спешите на молитву, спешите к добру», то после них скажите: «Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха», а затем «благословляйте меня». Ты знаешь, что у нас в исламском мире без разногласий никак не обойтись. Даже шейх Али Махфуз в книге «Аль-Ибда фи мадар аль-Ибтида» сказал, конечно, до него еще писали про это. Итак, они сказали, что слова «затем благословляйте меня» означают, что если муэдзин призывают на молитву и затем громко благословляет пророка, да благословит его Аллах и приветствует, с намерением применить на практике этот хадис, то его действие не называется новшеством, ведущим к заблуждению, а наоборот следует сказать, что его действие представляет собой хорошее новшество, ибо в основе своей имеется повеление «затем благословляйте меня», то есть ему повелевают это, а если он громко произносит благословление пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то мы говорим, что это всего лишь громкое произнесение, то есть одна из форм применения произнесения слов благословения. Значит, каждое новшество заблуждение, да, но с учетом следующего подтекста, тот, кто привнес в это наше дело то, что не является из него, то оно отвергнуто. Есть очень много действий, которые были совершены сподвижниками, да будет доволен ими Аллах, которые не были известны во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Но они подтвердили и утвердили эти действия. Они, может быть, в своем названии не были известны, но в общем смысле были известны, то есть ислам разрешал их. В наши дни, например, приходит человек и говорит, что сажать цветы, пальмовые ветки и тому подобные растения на могиле запрещается шариатом, и это входит в рамки новшеств. Хорошо, но есть и другие, кто говорит, что это не входит в рамки новшества, потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вошел в Аль-Бакия и спросил про две могилы и сказал, что их наказывают за то, что один распространял сплетни, а другой не очищался от мочи. Потом он попросил дать ему голую пальмовую ветку и разломал ее на две части и посадил одну на одну, а другую на другую могилу и сказал: «Возможно, облегчат им наказание, пока они не высохнут». Ученые растолковали это действие как разрешенное, ибо посланник Аллаха совершил его, да благословит его Аллах и приветствует. Есть те, которые практиковали это, и есть те, которые нет. Но никто не может говорить, что это новшество, ведущее к заблуждению, и создать большую проблему, потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил это. И еще потому, что нет доказательства, указывающего на частность этого действия. Этому доказательством является то, что некоторые сподвижники практиковали это. Известно, что это было на могиле Усман ибн Мазун и Тамим ад-Дари. Когда погибали сподвижники, они клали в могилу веточку мирта, или базилик, или пальмовую веточку. Итак, то, что не является из него, означает не является из религии. А форма совершения может быть разной. Чтение зикра в определенном количестве, в определенное время, в определенной форме, в определенном собрании также не имеет разграничений, оно открыто. Спасибо большое, мой господин, за эти замечания и примеры из жизни наших господинов-сподвижников. Они те, кто понимали текст Корана должным образом. Все же их дела представляют собой комментарий к хадису посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Вы указали на то, что каждое новшество – заблуждение. Имам ан-Навави также говорит, что это общее, понимаемое как частное. Мы им говорим: докажите, что у этих слов нет доказательства и что оно не входит в общую основу из основ шариата. Докажите, и мы допустим, что это заблуждение. Есть ведь этому доказательство в действиях сподвижников. Так Усман, да будет доволен им Аллах, добавил азан, и сподвижники утвердили это его действие. То же самое мы говорим о собрании Корана. В достоверном хадисе, переданном Аль-Бухари, говорится, что Зайд оспаривал это, Абу-Бакр отвергал, Умар отвергал, говоря, что мы не будем делать то, что не делал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. А затем Абу-Бакр все-таки собрал Коран, ибо Аллах показал им значимость этого дела. Значит, есть проблемы, которые входят под общую основу из основ шариата.
свято. Мы не спослали поминание, и мы его сохраним, говорит Всевышний. Ученые также говорят, что сохранение религии происходит через привлечение мужей для ее сохранения и передачи. Это действие также востребовано шариатом, потому что если я захочу сохранить религию или Коран, или Сунну, и не буду обучать других, не буду преподавать другим, и не буду распространять это понимание среди людей, то непременно люди скажут, что такой-то не хочет сохранить религию, и это необходимость наших дней.